There you go. So. А что значит, почему? Нам объясните. И гвозди. Когда художник начинает, только переведите, что-то объяснять, он становится глупым, а произведение бездарным. When the artist tries to explain something, he becomes silly and the art becomes pointless. Ну, я могу объяснить, он же там... Это же мой вопрос был, кстати. Да. Лучше даже можно да, и не да, надо. Да. Он же писал о левом, о правом полушарии, да, да. О подсознательном или бессознательном. И если вы правы, тогда не надо объяснять, но это прямо... Да, 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 да. Тут должна быть тайна. Я тоже сделаю вот этой тайной. Ну, очень похожи. Вот. Вы очень похожи. Подставьте сфотографироваться. Идите сюда, идите сюда, идите сюда. Сейчас я посмотрю. Давайте. Так, подвигайте. Слушай, точно. He's identical. He thinks. It does. There is a similarity. Oh, yeah. Very good. Yes, yes. Постой. Сейчас. Just wait for a moment. Сейчас. Hold on. Сейчас. Вот с этой стороны освещен. Вот держи. Точно, копия. Фотографируйте.